10 миллиардов рублей в этом году рассчитывают получить власти региона от туристов. Итоги прошедшего сезона воодушевляют, поэтому внутренний туризм планируют развивать еще активнее. Тот год, несмотря на вот ограничения и закрытие, и средств размещения, и передвижения по некоторым регионам, все равно дал такой всплеск и такой рост внутреннего туризма, что надеемся, что после активной вакцинации, которая, и тех мер, которые правительство Российской Федерации принимает для победы вот над этим вирусом, позволят нам еще больше развить внутренние территории. В прошлом году Новосибирская область заняла 17 место по России и 2 место по Сибирскому федеральному округу по количеству принятых туристов. 37 тысяч иностранных гостей посетили наш регион. Больше всего туристов приехали из Китая, Германии, Казахстана, Южной Кореи, Италии и Белоруссии. В этом году привлечь внимание заграничных и российских гостей рассчитывают за счет авиашоу, национального праздника Сабантуй, фестиваля «Сибирский огонь» и «Электронный берег». В этом году мы уже проверили 135 коллективных средств размещения. И перед каждым мероприятием, значимым, важным, в том числе учитывая спортивные, мы также проверяем близлежащие коллективные средства размещения, чтобы безопасно размещались как спортсмены, так и наши гости. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.